Сергей Михалков. Сказка «Упрямый лягушонок». Родился лягушонок за городом в пруду. Он рос у папы с мамой все время на виду. И громче всех он квакал и прыгал далеко. Но было папе с мамой с ребенком нелегко. Была строга с ним мама, был папа тоже строг. Но все ж его упрямство никто сломить не мог. Он как-то оказался один на берегу. И про себя решил он: возьму и убегу. Пусть взрослые лягушки сидят себе в пруду. Когда я нагуляюсь, тогда домой приду. И квакнув: до свидания. Все дальше прыг да прыг. Широкой автострады он к вечеру достиг. По гладкому асфальту неслись машины в ряд. Они жучков и мошек давили всех подряд. На это лягушонок не в силах был смотреть, ведь мог он точно так же бесславно умереть. И он назад запрыгал, все дальше скок да скок. И как же показался обратный путь далек. Устали прыгать лапки, он выбился из сил, он мысленно у мамы прощения просил. И только на рассвете вернулся он домой, озябший, похудавший, уставший и хромой. Его спросили сухо: ты где-то пропадал? Такой спокойной встречи малыш не ожидал. Он думал, папа с мамой начнут его ласкать, не будут без присмотра из дома выпускать. Они же равнодушно смотрели на него, как будто и не ждали ребенка своего. Но это был наглядный родительский урок. Опасная прогулка пошла упрямцу впрок.